Всем привет! Продолжаем листать книгу Анатолия Соколова «Восставшие из пепла». Сегодня хочу вас познакомить с историком литературы, биографом Гумилева Николаем Андреевичем Отцуб. Николай Андреевич Отцуб родился в 1894 году в Царском селе в семье придворного фотографа. Учился в Царскосельской императорской Николаевской гимназии, которую окончили Гумилев и Каковцев, и где в свое время директором был Анинский. Гимназию окончил золотой медалью, заложив которую уехал в 13 году учиться в Париж. Слушал там лекции Бергсона, оказавшие сильное воздействие на формирование личности начинающего поэта. Творческая деятельность Отцуба начиналась на родине, полностью развернулась и проявилась уже в эмиграции. Во время Первой мировой войны Николай вернулся на родину, служил в армии. Воинскую службу проходил в запасном полку 5-й армии. В 1918 году Отцуб познакомился с Гумилевым. Вошел в состав возрожденного цеха поэтов, работал в издательстве «Всемирная литература». В 1921 году под издательской маркой цеха поэтов вышла его первая поэтическая книга «Град». Через год Отцуб эмигрировал, первое время жил в Берлине, затем переехал в Париж. В Берлине переиздал альманах «Цех поэтов», подготовил к печати четвертый выпуск альманаха. В начале Второй мировой войны Отцуб записался добровольцем во французскую армию, около 2 лет находился в плену. Совершил 2 побега из концлагерей и с 1943 года принимал активное участие в итальянском сопротивлении. По окончании войны преподавал в Париже, где защитил докторскую диссертацию, посвященную Гумилеву. Умер в Париже в 1958 году. Ну, вот так кратко биография. А теперь я хотел бы почитать стихи. Ну вот первое. Стихотворение. Теплое сердце брата укусили свинцовые осы, волжские нивы, побитый желтым палящим дождем, в нищей корзине жизни яблоки и папиросы. Трижды чудесная осень в белом величии своем. Медленный листопад на самом краю небосклона. Желтизна проступила на теле стенных газет. Крови листьев сочится рубашка осеннего клена. В матовом небе зданий желто-багряный цвет. Желто-багряный цвет всемирного листопада. Запах милого тления от руки восковой. С низким поклоном листья в воздухе летнего сада медленно прохожу по золотой мостовой. Тверже по мертвым листьям, по савану первого снега, солоноватый привкус поздних осенних дней. С гиком по звонким камням летит шальная телега. Трижды прекрасна жизнь в жестокой правде своей. Такое стихотворение в 21 году его написал. Следующее. Счет давно уже потерян, всюду кровь и дальний путь. Уцелевший не уверен, надо руку щипнуть. Все тревожно, шорох сада, дома спят неверным сном. Отворите стук приклада, ветер, люди с фонарем. Я не проклинаю эти сумасшедшие года. Все явилось в новом свете для меня и навсегда. Мирных лет и не бывало, это благодушный бред. Но бывает слишком мало тех обыкновенных бед. И они, скопившись лавы, ринутся из всех щелей, озаряя грозной славой тех же маленьких людей. Такое стихотворение. Следующее стихотворение. Как называется, когда ничто душе не помогает? Молчишь, как грешник, ждешь суда, и вдруг свобода обжигает. Как называется? Я сам не могу найти такое слово. Оно должно быть по краям сиять, как голова святого. Ну вот последнее творение, которое я хотел вам прочитать. Называется «Эмигрант». Как часто я прикидывал в уме, какая доля хуже. Жить у себя, но как в тюрьме. Или на свободе, но в какой-то луже. Должно быть эмиграция права. Но знаете, конечно, сами, казалось бы, вот счастье, вот права. Европа с дивным искусством, образцами. Но изнурителен чужой язык, и не привыкли мы к его чрезмерным дозам. И это наша песнь под тряпкой вскрик больного, бормотание под наркозом. Но под приказом тоже не поется, и, может быть, в потомстве отзовется не их затверженный мотив, а наш полузадушенный призыв. Ну вот и все. Сегодня я вас познакомил с творчеством Николая Андреевича Отцуб. Главы из книги Анатолия Соколова «Восставшие из пепла». Все, всем пока, всем привет, до свидания, до новых встреч.